О мерах соцподдержки шла речь в Губкинском на встрече с активистами общественной организации «Возможности без границ». Люди, которые нуждаются в заботе и внимании, всегда рады гостям. На этот раз к ним пришел общественный помощник уполномоченного по правам человека в Губкинском Вадим Варламов. Он рассказал о мерах поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, о том, как подать инициативу в рамках проекта «Уютный Ямал» или предложить идею на портале «Живем на севере». Это как раз таки предназначено для того, чтобы вы актуализировали свои текущие насущные вопросы, проблемные вопросы, обозначили их в этой директории, то есть, как говорится, вот, и в последующем, то есть после оценки, как говорится, этих вопросов, они идут в работу, то есть, как говорится, и переходят уже в раздел «Решай», да, где вы можете проголосовать за актуализацию определенных проектов, вопросов. В этой директории вы можете как предложить, так и поучаствовать в вопросах. Аналогичная встреча прошла в общественной организации «Ветеран». С пенсионерами пообщалась депутат городской думы Ольга Диденко. Она также остановилась на работе портала «Живем на севере» и выдвижении идей. На встречах говорили о проблемах. В основном людей преклонного возраста волнуют качество уборки снега, оплата коммунальных услуг и проезда к месту отдыха.